Да-да-да-да-да-да-да! Всем добро пожаловать на новую обновленную рубрику «Снайперы в Майнкрафте». Всем привет! Да, ребята, всем привет! Всем приветики! Да, как вы знаете, нужно обязательно лепить огромный палец вверх, потому что сегодня мы с вами будем играть на новой карте перестроенной, и также с новыми пушками, которые, в принципе, очень даже крутые. Пацаны, вставайте, вставайте. Let's go! Идите сюда, в первую очередь. Подойдите. Так, я иду. У меня тут для вас подарочек есть. Карамбит, ножик! Дебил! Дебилы, да? Забирайте свои ножики, забирайте, да. Спасибо, спасибо. Молодцы, молодцы. В общем, пацаны, у нас новые снайперки, новые ножики, новая карта. И сейчас будет мясо просто, понимаешь? Перед тем, как мы начнем друг друга резать, хорошо, я быстренько скажу. Лайки, вот. Обязательно, ребята, все поставьте лайки, если вам нравится эта рубрика, потому что мы стараемся для вас, мы новые карты строим, новые моды ищем, поэтому обязательно лайкосик поставят, 25 тысяч лайков, и обещаю то, что выйдет новая серия. Прям точно, честно говорю, да, пацаны? Да! Да, все согласны! Да, и без F5, без F5. Кто с F5, тот как шмонька. Да, шмонька. Поэтому без F5, пожалуйста, без F5. Блин, это так непривычно, это капец, я реально чувствую себя как в КС-ке, мне от этого еще более неловко становится. Да, вообще, снайперка, ну в смысле прицел очень какой-то странный, то есть мне пока неудобно. На самом деле снайперка не быстро ездит, а прицел очень быстро, неудобно, непривычно. Да, мне вообще, мне кажется, мы друг друга вообще не найдем, потому что да, с этим прицелом реально сделать очень-очень сложно. И карта очень большая какая-то получилась, мне кажется. Да, прямо огромен. Здесь бы, понимаешь, в пятером играть было бы классно. Да. Ну не шо, пацаны, сейчас справимся, сейчас все будет, не переживай. Да, ну это просто приноровиться, мы в первых сериях обычных снайперов тоже тупили. Да. Ты вообще по жизни тупишь. Ну это да, это как бы... я не спорю, возможно, пацаны. Возможно, возможно. Бам-драга, что происходит? Кто стрелял? Кто стрелял? Жека, ты стрелял? Я не стрелял. Сержант, это наша американская армия. Признавайся, сержант. Мне кажется, нужно добавить... Слышите, мне кажется, еще нужно добавить сюда пистолеты, потому что реально это... Да, мне кажется, в следующем раунде или в следующей серии можно пистолеты добавить. А можно даже в следующем раунде, типа пистолеты... Да, не пригодятся. Точно не будут. В прошлой рубрике, точнее, в прошлой... Спалил собака! Спалил меня! Спалил! Да! В смысле? Как ты меня убил? Сколько у тебя ХП? Ты меня по мне ни разу не попал. В смысле, я три раза тебя ударил, у тебя даже кровь была. Ну это у тебя кровь была. Я красненьким мигал? Да. Странно, но ты тоже. А ты каким меня бил? Правой кнопкой или левой? Правой. Так, Игорь! Ах, такое. Подонок! Просто ты, Жек, я тебе честно скажу. А я такой бегу, смотрю, Эдисон, здравствуйте. Здравствуйте. А я по тебе выстрелил, как-то не попал даже. Да? Да, прям тебе вхлебало. То есть эти снайперки тоже как-то не работают. Да как? Ну я попал по тебе! Где? Где? Кто? Где? Паскуда! Кто здесь попал? Я здесь прям в хлебальник выстрелил. Почему? Слышишь? Эдисон, знаешь, насколько я был близок к поражению? У меня полсердечь. Петросян, поменяй скин, пожалуйста, Петросян. Так, мы добавили пистолет мы добавили, да, потому что карта огромная, нужно бегать, понимаете? Шо как? Перезарядить снайперку? На выстрел нажми. А, все понял. Что? В кого? Я не понял, как эта снайперка работает, потому что я прямо в цель выстрелил, да? Кого? Скажи хотя бы понял. В кого, пожалуйста, мне страшно. Я что-то тоже ничего не понял на самом деле. Я как-то вообще не... Дурачок, что ли, совсем? Ни шуша не понимаю. Потому что... Да! Тут еще и пистолет есть! Я забыл вообще про пистолет, нахрен! Я, Эдисон, я не понимаю, как эта снайперка работает. Я прям долго в тебя целился, ты стоял, и я тебя не убил. Так, тихо. Как? Как? Игорь!
Что там мне пока не нравится? Эти снайперки, честно скажу, вообще не нравятся. Очень классное оружие, дорогие друзья. Ставьте лайк, если вы хотите, чтобы продолжали оружие. Так. Да кто уже стреляет? Это честно было случайно. Я хотел просто снайперку перезарядить, она, кажется, уже была заряжена. Мне это не нравится, то, что Игорь у нас 2-0 лидирует. Серия идет 7 минут, а Игорь уже 2-0 ведет, понимаешь? Я ничего не понимаю, это очень сложный мод. Тут реально нужно учиться играть. Да, не такой изи, как в тех снайперах. Типа, опа, выстрелил, все, убил кого-то. Да, тут вот именно учитывается какой-то разброс пули, вот это Я говорю, какая-то слишком сложная рубрика стала, и мод. Да охренеть, идите в сраку. Эдисон, мне кажется, он по тебе стрелял, потому что его, рядом со мной его точно нет. Хотя хрен его знает. Откуда я могу знать? Я тоже рядом с собой никого не вижу. Совсем уверен в этом смысле. Честное слово, одного из вас заметил. Я вообще убью кого-то хотя бы в этой серии. Это вообще... Я еще со снайперки никого не убил. Я тоже. Один раз тебя с ножика, а другой раз Глока. Я вообще никого еще не убил. Вот именно. Ну сейчас Эдисон приноровится, научится играть, и все, и мы опять будем проигрывать каждую серию. Посмотрим. А где он? Где он? Я под вертолетом, да. Каким нахуй? Не, я без шуток говорю, он реально под вертолетом. Конечно, конечно, да, я под вертолетом. В смысле, каким вертолетом? Посреди вертолет стоит, Эдисон. Да, ну как он под вертолетом? Где он там может быть под? Ну там он, там есть небольшое здание под вертолетом. Да, да, я вот именно там, да, Игорь прав. Он выбежал и куда-то побежал, я дальше не знаю. Да, вот слушай, Игорь правильные вещи говорит. Да, думаешь? Игорь врет, мне кажется, просто. Что такое? Ты выигрываешь, да, 2-0. Это чисто случайности переживаешь. Что тебе страшно? Не могу понять. Я просто отдался Игорю, понимаешь? Ах, как эпично стало! Не выключайте, пацаны, не выключайте. Выключайте эпичность. Прям так страшно стало. Это дарк, пацаны, это дарк. Да я манал, честно. Я тоже манал, я не знаю, где вы, пацаны, вы заколебали меня. Если ты хочешь меня найти, подойди к вертолету, залезь к нему на середину и жди. Не, я не хочу. Так мне не нравится. Можно день включить? Ничего не вижу. Не, на самом деле у меня просто шумит в голове, мне плохо, пацаны, можешь её выключить? А у меня вестибулярный аппарат плохой. Ну хорошо, хорошо. Все, пацаны, дарк прошел. Дарк прошел, дарка больше нет, понимаете? А было очень страшно, мать вашу. Ты ни разу не видел никого в этом раунде, вы гоните? Ой, как вы меня заколебали, честное слово, да. Кто-то меня заметил, да, как я понял? Ага, ага, да, Игорь, да, Игорь? Да, да, Эдисон. Заметил меня? Да. Вот там замечают, замечают. Я можно кого-нибудь замечу? Где ты меня заметил, Игорь? Признавайся, где ты? Влазь, говнюк. Да я вылез. Он там возле вертолета сейчас бегает. А, давай, хорошо, влазь. А где Игорь? Хорошо. Я тебе серьезно говорю, я уже... Ой. Ты давай, пожалуйста, без этого. Игорь, давай без этого. Как я посрался! Да. Выследил меня, выследил. У меня 4 хп осталось. Реально, а почему хп не регенится? Ух, как у меня сердце колбасит, ты себе даже не представляешь, когда я тебя увидел, я посрался. А ты это случайно меня нашел? Да, случайно, вообще случайно. Я забежал. Я что-то бегал по карте, у меня в итоге покоцался все хп. И решил закрыться там. Что у нас делает Игорь Мэн? Я просто буду наблюдать за ним. Очень достаточно интересный плей-мув, так сказать. От Хэппи Лайма, профессионального киберспортсмена. Итак, Игорь устремляется в бой. Опа! Враг открыл огонь, но Игорь устремляется до сих пор в бой. В бой, понимаешь? Мне кажется, Эдис, ты слушай, Игорь, это плохая так. Ты меня заколебал, Игорь! Вы оба умерли! Да? Эдисон, как мы это теперь считаем? Давайте мы засчитаем победу и бонусный раунд, я хочу выиграть. Давайте, бонусный раунд, потому что реально серия длится 10 минут, даже меньше. Да, давайте. Ну что, пацаны, готовы? Надо Игоря затащить. Чё там, как-то рвёт всех, Жека, понимаешь? Ну понимаешь, я уже выиграл. Не, ну предыдущий раунд не считается. До сих пор 2-0, просто 2-0, Игорь, потому что оба умерли. Ну ладно, хорошо, 2-0, 2-0-0, вот так вот, да? Да, 2-0-0, да. Шо вы делать? Вообще вылазите или как? Я не могу понять, вас вообще. Вылазим. Да блин, да ты всю весь раунд бегал, Игорь, я же с тобой наблюдал. И тебя Эдисон не спалил. Ну ты сейчас можешь спалить. Вертолета просто гонял и все.
Так что тут дело не в том, что мы не вылазим, просто очень сложно на этой снайперке заметить кого-то. Так же, как и Жека бегал, я не заметил Игоря. Точнее... Кто там стреляет? Пошли в задницу! Алло. Как ты меня увидел? Я там все время стоял, подожди. А ты меня только... А кто умер? Кто умер? Я! А кто-то убил? Значит, я тебя убил! Охренеть! Я там всю серию стоял, короче, он меня как-то заметил, а по тебе... А как ты его убил? В смысле? Игорь, выпей вот это. Подожди, а кто умер, кто не умер? Игорь, я вообще... По мне кто-то стрелял вообще? Я по тебе стрелял, а меня Эдисон убил. Эдисон, неплохо сыграно, неплохо сыграно. Я в Жеку стрелял, он бегал. Я как бы понимаю. Я до сих пор так же бегаю, как бы. Да, Жека до сих пор просто бегает. Я до сих пор бегаю и никого не заметил. Ни тебя, Игорь, как тебя убивают. А как вообще с этой снайперкой попасть? Ты понимаешь, Игорь? Да, давай. Шо давай? Говори. Нет, давай ты, говори! Да я уже не помню, что хотел сказать. Давай, говори. Ну давай, стреляй. А, я хотел сказать, давай, попади тут. Вот что я хотел сказать. Попал. Все-таки реально. Друзья, мне кажется, что все, бой закончен, Эдисон читер. Да, Эдисон читер, как бы. Какой чит? В смысле, я один раз попал по кольцу? Не засчитывается. Почему не засчитывается? Я предлагаю последний раунд, пятый, решающий. А в смысле, он решающий, он не будет решающий. Не, ну хорошо, посмотрим хотя бы, кто и что и как. Окей. Пятый раунд, понимаешь? Должен быть. В общем, ребята, в последнем раунде мы решили все же попробовать постреляться на калашах и показать вам, что же вообще такое за мод. Поэтому, если вам понравится, мы даже будем делать отдельные серии, где мы будем стреляться с калашами, а не со снайперами. Да, это, да? Не в счет уже раунд будет, это просто, типа, так, показать. Да, победил я, ура! Нет, ну да, победил Игорь, давайте так уже будем честны. Я победил, я хоть раз победил Эдисона. Что происходит, алло? Шо, огонь! Какой огонь? Откуда огонь? Пальба началась. Какой огонь? Я что-то не понял, кто стрелял? Странный Игорь. Огонь! Знаете, что нам нужно еще? Нам нужно потом будет броники себе покупать. Да. Короче, сделаем КС. Кого покупать? Броню нам надо, броню, потому что скалаха. Да, Сакат, ты сейчас убьешь 3 ударов. Сразу. Я готов просто рвать всех. Что ты готов? Что ты готов? Рвать всех, вот просто метать. Давай! Скирдите, па-па-па-па! Вот так вот. Ага, конечно. Кто умер? Да кто, никто не умер, ёпта. А кто стрелял? Ёпты. Игорь стрелял. Стрелял я. Ах ты же, Игорь, зараза. Подождите, если калаш убивает с 2 патронов, да? С трёх. Окей. Почему я в начале серии выстрелил по Жеке где-то 5 раз, и он не умер? Тебе вообще что-то отнялось или нет? Нет, вообще ничего. Охренеть. Ну только как бы разброс, понимаешь? Охренеть, вот это разброс, траектория пули. Так. Чё нахрен происходит? Я очкую на самом деле. Я что-то очкую. Сейчас слышу, как разбилось стекло. Ты меня убил с одной за одну долю секунды, ты понимаешь? В смысле? Я даже не успел нажать левую кнопку. Жека, можешь меня полечить, пожалуйста? Полечи меня. Нет. Ну ты, конечно, молодец, то, что ты согласен, это очень даже хорошо. С этим я тоже согласен, Игорь, что ты согласен, понимаешь? Где? Откуда? Огонь, вся горудь, огонь! Это уже не куча. Чё ты, я ни хрена... Да! Я ни хрена не понимаю, задрот ты проклятый! Да, мне нравится, пацаны. Да, это же... Это было эпично. А я тебя хотя бы что-то снес? Да, чуть-чуть, у меня 3 хп осталось. Охренеть, 10 раз. То есть мне Жека, вы с Жекой мне снесли приблизительно где-то по сколько? Ну, получается по 3,5-4 сердечка. Жека, ну, да, мне 4 снес, ты мне где-то 3,5. Я пока не понимаю, как это работает, честно, как этот мод. Короче, Игорь задропил с этим модом, и Игорь знает, как это делается. У нас тут новый царь горы появился, поэтому нужно его будет сбросить в следующей серии. Я задрочу вне серии, я обещаю.
Тебя жопа, Игорь, понимаешь? Ставьте лайк, если хотите продолжение. Обещаю, потому что наберем 25 тысяч лайков. И я сразу же выпущу продолжение с новыми снайперками, с новыми калашами. У нас может даже будет это чередоваться. Вот, спасибо, что меня не видно. Ставьте лайки, ребята. Подписывайтесь. Подписывайтесь на наши каналы. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.